значение имеют такие постановки для Пензы, для Пензоконцерта? Ну, во-первых, музыка – это вершина искусства. Поэтому музыкальный спектакль, он воздействует эмоционально на зрителя вдвойне. Вдвое гораздо более сильнее, нежели там драматический, допустим, спектакль. Но это мое личное мнение. Во-вторых, это очередной шаг к созданию в Пензе музыкального театра. Он появится постепенно в результате постановок оперы, балета, оперет. Ну, понятно, что на первых, скажем, шагах, на первом этапе этой работы мы будем привлекать, безусловно, исполнителей опытных уже, да, квалифицированных, как мы называем. Потому что разница между эстрадным исполнителем и исполнителем, ну, артистом оперы, она, в общем, достаточно велика. Тут надо иметь достаточно серьезную технику, подготовку, ну, просто природные даже данные. Но это на первых порах, потому что как только мы создадим культурную среду, конечно, здесь появятся молодые исполнители, которые захотят остаться в Пензе. Здесь появятся режиссеры, дирижеры, художники, которые, ну, захотят свою жизнь творческую разделить вот вместе с пензенцами. Поэтому это большой шаг, это зримый большой шаг на пути создания в Пензе настоящего полноценного музыкального театра. Самое, конечно, вы помните, как мы в 2013 году поставили Травиату Джузеппе Верди. Она у нас ставилась на итальянском языке. Значит, ну, я подумал, что, наверное, надо поставить ее на русском обязательно. Значит, это будет понятнее для многих жителей Пензы и Пензенской области. А нам самое главное, чтобы вот та работа, которую мы делаем, она все-таки людьми воспринималась. И понятно, что у нас есть декорации, у нас есть костюмы, у нас практически весь этот материал, он у нас находится уже готовый. Значит, Ольга Тимофеевна Иванова, заслуженный деятель искусств, режиссер-постановщик музыкального театра Покровского, она уже согласилась помочь нам в этом деле. Так что я думаю, вот перерыв в наших отношениях после сегодняшней премьеры будет недолгим. Где-то уже с середины лета, с августа, может быть, мы приступим к совместной работе по восстановлению Травиаты на пензенской сцене. Теперь уже не на сцене драматического театра, а там, где ей положено быть, на сцене будущего музыкального театра в Пензе. Ну, я так думаю, что где-то примерно октябрь все-таки, октябрь. Да, потому что артисты филармонии уходят в отпуск, мы знаем. Значит, у них где-то середина июля, середина августа отпускной период. Затем они приходят, выходят из отпуска и в течение месяца входят в форму. То есть это положено им, так сказать. Я думаю, что вот как раз этот процесс мы примерно так сведем вместе с процессом подготовки, уже репетиционным процессом. И я думаю, где-то примерно октябрь вот мы увидим уже новый Травиату, так сказать, на русском языке.